Мемориальному центру Ядвашем вручили Оскара. Хорватский продюсер еврейского происхождения Бранко Лустик, удостоенный премии Американской киноакадемии за фильм «Список Шиндлера», вчера передал ее Иерусалиму. 83-летний Лустик – сам бывший узник концлагерей Освенцим и Берген-Бельзен. Как поясняет сам продюсер, высшая кинопремия стала для него символом памяти всех погибших в той катастрофе, а также всех выживших в ней. Она – свидетельство того, что ему удалось исполнить последнюю просьбу – рассказать миру о том, что же там произошло. Люди в лагере умирали на моих глазах. Их последние слова звучали так: «Будьте свидетелями моего убийства. Расскажите миру, как я умер. Запомните это». Помогая вместе с Джерри Стивену снять этот фильм, я надеюсь, что выполнил свои обязательства перед невинными жертвами Холокоста. От лица всех 6 миллионов евреев, уничтоженных во время Шоа и других жертв нацизма, я благодарю всех, кто избрал этот фильм. Спасибо. Оскар Бранко Лустига установлен в медиацентре Яд Вашема. Там же хранятся копии всех фильмов, посвященных катастрофе европейского еврейства, как художественных, так и документальных. На церемонии дарения Оскара присутствовала и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Она поделилась, что гордится своими 111 соотечественниками, признанными праведниками народов мира. А также рассказала о планах построить в Загребе памятник жертвам Холокоста и всех тоталитарных режимов.